Театр «Моста» на днях вернулся из Санкт-Петербурга, где показал 4 спектакля. С рассказом о гастролях и последних новостях театра у нас в гостях его художественный руководитель Сергей Федотов. Доброе утро, Сергей Павлович. Ну что, расскажите, как прошли гастроли, как вас приняли? Это было завершение больших гастролей «Москва», «Екатеринбург», «Йошкар-Ола» и «Санкт-Петербург». Вот. И мы, конечно же, в Москве показали наш уже очень знаменитый спектакль «Васа Железнова». И это было биеннале театральное искусство, где мы получили награду. И это, может быть, одно из главных событий этого года. Потому что эта награда действительно серьезная. Это фестиваль, который в течение года отбирали самые лучшие спектакли России и отобрали 14 спектаклей. И я просто немножко так... Какие режиссеры в этом списке? Рима Стуминос, Кама Гинкас, Алексей Бородин, Сергей Женовач, Адольф Шапира, Роберт Стуруа, Григорий Козлов. То есть лучшие спектакли России, лучших театров России. И нам вот удостоилось получить награду за глубинное погружение в пьесу Горького. Вот, поэтому вот начались эти гастроли в Москве. Потом в «Йошкар-Оле» мы показали «Ханому». При том, что сначала «Ханума» была показана в Москве в театральном центре на Страстном, где имела огромный успех. Была такая репетиция перед «Йошкар-Олой». В «Йошкар-Оле» тоже мы показали «Ханому». Потом в Екатеринбурге мы сыграли спектакли. И вот закончились гастроли в Санкт-Петербурге, где были показаны 4 спектакля. С большим успехом, опять же, прошла «Ханума», и это было вообще такой смелый поступок, такой смелый, потому что «Ханума» из репертуара Большого драматического театра Товстоногова, и все его наизусть спектакли знают, и нас петербуржцы приняли. Сказали, да, у вас совсем другой спектакль. Чем еще запомнился этот год? Что еще важно? В этом году вообще очень много фестивалей. Как всегда, 11 фестивалей, 11 гастрольных поездок. Но самое интересное... 475 спектаклей сыграно, да, насколько я знаю. Да, мы, как всегда, всех обгоняем в этом. 60 спектаклей в месяц для нас стандарт. Вот. И, конечно, одно из самых главных событий – это вот награда на биеннале и гастроли в Ирландию. То есть мы открыли для себя Ирландию. 13 лет назад мы открыли ирландского драматурга Мартина Макдонаха для России. После этого нас прозвали главными специалистами по Макдонаху не только в России, но и в Европе уже. Вот. И в этом году провели фестиваль. Третий фестиваль Мартина Макдонаха – это тоже одно из самых главных событий года, поскольку такого количества легендарных театров, известнейших театров мира не было ни одного фестиваля. Мы об этом, кстати, тоже говорили в эфире. Да, и да, сейчас скоро стартует одно из самых долгожданных событий – это рождественские встречи, которые традиционно проходят в Театре у Моста. Что вы приготовили в этом году? Новогодние всегда мы удивляем. В прошлом году удивили «Ханумой», а в этом году все просят ужастик. Все уже по несколько раз пересмотрели «Дракулу», «Франкенштейна». И мы нашли потрясающую пьесу, неизвестную в России. И во всем мире она ни разу не ставилась. Это будет мировая премьера пьесы американского драматурга Дона Нигра. Пьеса называется «Мефистофель». Она и страшная, и смешная, и это детектив, и это потрясающе. Вообще. Какого числа начинается рождение? 28-го будет премьера. И потом до 13-го каждый день по 2-3 спектакля. И всегда, как всегда, программа в Театре у Моста, экскурсии за кулисы, общение с артистами и, конечно же, наша комната ужасов, самая страшная в мире, и программа в фойе. Мы ждем наших зрителей. И, в принципе, я думаю, что мы удивим, на самом деле удивим, потому что пьесу никто еще не видел в мире, а мы первые, как первооткрыватели, понимаем, что это что-то уникальное, совершенно невероятное. Ну, я думаю, вы еще не раз удивите зрителей в течение 2019 года. Думаю, в следующем году будет посвящен этому один из наших эфиров. Ну, а сейчас спасибо вам большое, что вы пришли к нам. Друзья, увидимся в Театре у Моста на рождественских встречах или любых других спектаклях. Ну а сейчас оставайтесь с нами, еще в эфире много интересного.